Для проведения турнира задействовано 5 кортов. 3 с профессиональным покрытием, хард для спортсменов до 19 лет и 2 грунтовых для юных теннисистов до 13 лет. Разные покрытия, разные стили тенниса. Соответственно, и количество очков теннисисты постарше зарабатывают больше. А значит, у победителей будет возможность попасть в состав национальной команды. Этот турнир – отбор на первенство России, которое состоится с 8 по 15 марта в Тольятти. Перспективные юноши и девушки есть в команде Краснодарского края. Это является для них как бы такой ступенью для набора рейтинговых очков, также повышение уровня их мастерства. И мы смотрим на перспективных спортсменов и делаем отбор для участия там, в чемпионатах России. Удастся ли представителям Кубани достойно пройти 3 круга и показать качественную игру в полуфинале и финале, станет известно 21 февраля.